данном видеообзоре мы рассмотрим моноблок Lenovo модели C540. Этот на первый взгляд обычный монитор со стильным дизайном имеет в себе все функции компьютера. Диагональ монитора составляет 23 дюйма и разрешение 1920 на 1080. Данный монитор имеет LED-подсветку. Процессор двухъядерный Core i3-3220 с частотой 3,3 ГГц. Тип оперативной памяти DDR3 объемом 4 ГБ. Также имеет видеокарту NVIDIA GeForce 615M с объемом памяти 2 ГБ. Объем жесткого диска составляет 1 ТБ. Данный моноблок имеет встроенный Wi-Fi. Слева на боковой панели расположилась кнопка «Включить-выключить», 2 USB порта 3.0, кард-ридер 6 в 1, выход для наушников и вход для микрофона. На задней панели у нас расположились 4 USB 2.0, а также один порт для подключения сетевого кабеля RJ45. Данный моноблок имеет внутреннюю аудиосистему, встроенные стереодинамики, а также встроенный микрофон, который находится вверху монитора рядом с веб-камерой, разрешение которой 0,3 мегапикселя. Можно также регулировать угол наклона данного монитора вперед на 5 градусов и назад 25 градусов. Вес составляет 7 кг 230 грамм. Справа от монитора на боковой панели расположился DVD-привод. Также в комплект входит мышь и клавиатура от Lenovo. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.